Можешь мне назвать столицу Соединенных Штатов? Лондон. Ой, Лондон, Великобритания, сейчас скажу. Нью-Йорк. Назови, пожалуйста, создателя периодической системы химических элементов. Менделеев. А имя помнишь? Имя, отчество. Не вспомнишь, да? Ну, ничего. Ну, на этот вопрос ты знаешь ответ. Кто написал «Муму»? Вот же он, да, вот же. Да, как обычно. Вот же он, вот же. Даже самая столица США, я ошиблась, ладно, не суть дела. Кто придумал алфавит? Ну, здрасте. Привет. Я Илья. Ирина. Нет. Квадратный корень из 100. 200. Ну да. Неправильно, к сожалению. Я знаю. Почему ты сказала? Я это было очень давно, я школу закончила очень давно, и поэтому вообще для меня это очень... Мне пятерка по математике, я очень хорошо знаю математику, но я ее забыла вообще. Ни синусов, ни косинусов сейчас, к сожалению, не вспомню. Первый президент России. Ельцин. Дорогие россияне. Дорогие Россия, да. Кто написал «Полонез Огинского»? «Полонез Огинский» — это, наверное... «Полонез Огинского». Кто написал? Не знаю. Огинский. «Полонез» — название Огинского, да. Я думала так называть. Кто написал «Война и мир»? Толстой. Правильно. Можешь назвать столицу Австрии? Сейчас скажу. Не скажу. Ну, ничего. Какая гора является самой высокой в мире? Эверест. Правильно. Где находится пирамида Хеопса? Египет. Где холоднее? На Северном полюсе или на Южном? На Северном. Как правильно, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца? Я думаю, что Земля вращается. В каком году началась Вторая мировая война? Вторая мировая была в 1939 году. Началась на 1 сентября 1939 года. Самое глубокое озеро в мире. Ну, по-моему, не Рицали? Нет, наверное, нет. Не могу ответить. Как звали человека, который изобрел электрическую лампочку накаливания? Опять, вот оно, но... Пусть этот хороший человек останется в покое. Как звали первую женщину-космонавта? Вот, здрасте! Что ж мы так часто здороваемся? Сейчас я вам скажу, опять-таки. Естественно, я знаю ответ на этот вопрос. Следующий вопрос, да? Я знаю ответ на этот вопрос, но сейчас. Она же очень хороший человек. Давайте дальше. Кто умер раньше, Пушкин или Лермонтов? Я думаю, Пушкин. Да, Пушкин. Правильно. Что празднуют китайцы 30 февраля? Новый год у них. Но он позже, да, чем обычный? Да, у них вообще Новый год весь этот февраль, март, как-то так. Сколько букв в русском алфавите? 32. 33. Так 32 или 33? Сейчас скажу. Да, посчитаю. Я думаю, 32. Давайте так ответим на него. Как называют детеныши овцы? Овечка. Кто такие кинологи? Собаками за породой и собаками. Кто такие сыроеды? Сырую пищу, не приготовленную.